В Уссурийском Суворовском училище торжественное построение на плацу. Застыли ряды курсантов и военный оркестр. После выноса знамени выходят мальчишки, которые решили тоже связать свою судьбу с военной стезей. 85-классников в этом году пополнили ряды воспитанников училища. На линейку пришли родственники, чтобы поздравить и поддержать детей. У меня поступил внук, будущий кадет. Так что сегодня вручат погоны. И он пойдет по первые шаги по военной стезе, так? Да, да. Сегодня наш сын стал первокурсником Суворовского училища. Достаточно волнительный момент, мы пришли его поддержать. После напутственной речи начальника училища началось главное событие. Командиры учебных подразделений лично вручили каждому будущему суворовцу символ несения военной службы – погоны. А прикрепить их к курсантской форме мальчишкам помогали родственники. Уже год в этих стенах учатся мальчишки из Лаосской Народной Республики. Парни на линейке исполнили песню на русском языке. Впереди у этих мальчишек долгие годы постижения предметов школьной программы и военных дисциплин. Знания, которые парни накопят здесь, помогут подготовиться к поступлению в любой вуз. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс.